результате ночной операции Национальной гвардии спецподразделений «Азов» и «Днепр-1» бойцы народного ополчения ДНР оставили здание администрации Мариуполя. Украинское министерство обороны говорит, что ополченцы потеряли 40 человек убитыми. Руководство ДНР сообщает о гибели 12 бойцов. Такие же разные данные поступают и о потерях с украинской стороны. По информации Арсена Авакова, это всего лишь 4 раненых. Ополченцы же говорят о подбитом БТРе и о десятках раненых. Обращает на себя внимание вот эта запись в интернете. На ней отчетливо слышно, что операцией руководят минимум двое иностранных специалистов – Джеймс и Майк, один из которых отдает команды на английском языке, а другой переводит его приказы остальным бойцам. В кадр дважды попадает шеврон подразделения Golden Hawks – «Золотых ястребов». И ранее неоднократно появлялась информация, что на стороне украинской армии действуют наемники из этого подразделения. Но впервые есть визуальное подтверждение. По ближайшему зданию не работаем, боцман говорит, не работаем. По этому зданию не валим? Да нет, без команды. Don't work. Only on bank and this barricade. But I don't wanna be with my hair. Президент Украины уже днем отдал распоряжение главе Донецкой администрации Сергею Таруте временно перенести офис в Мариуполь. К своей работе служащие должны были приступить сегодня.